Привет, друзья. Ну всем привет, друзья. Ой, я Гоша, и сегодня вам интересно, как выглядят американские поезда. Вам это все интересовано, кто любит железную дорогу. Я только что скачал YouTube, и мы посмотрим. Ну вот, как выглядят эти поезда в Америке. Можно другие. Вау. Вау. Смотрите, как выглядят шоссадские поезда. Сейчас еще вам вариант. Смотри, какие красавчики. И скорые. Вот такие двухэтажные. Вау. Вот эти мне вот нравятся. Вагон загорелся. Это точно мне нипочем. Вау. Это просто эпик. Ну вот как выглядят поезда. Смотрите, как кабина. Поезд двухэтажный, а кабина прямо вот здесь, смотрите. Вот здесь кабина машиниста. Здесь и машинист управляет. Вот это аналогия, чем в Москве. Аналогия. Во, это кабина. Поезд двухэтажный, а кабина здесь. Вы просто представляете-ка, вот так. Это разбитый, смотрите, поезд разбитый. Ты? Я вам еще Ой, а это что? Что? Схождение поездов с рельс. Есть вот... Ой. Есть вот такой еще скоростной поезд в США. Я вам еще покажу скоростной поезд. Есть вот еще вот такой вот скоростной поезд. Сейчас вам покажу двухэтажные поезда, которые локомотивы. И когда они прибывают на вокзал, они машинист идет на конечный вагон. На последний вагон, и он там садится. Вот. Вот локомотив. И он везет двухэтажные вагоны. И тут машинист. И он должен был развернуться. И он не меняет локомотив. Он просто переходит в другой вагон. И оказывается вот этой кабине. И оказывается, вот этой кабине машиниста. Двухэтажный поезд. Вот это вот кабине. Не. А локомотив сам остается там. Ну что, я вам показал, как выглядят поезда в США. Ну, всем пока. Выберите часть, какого вам понравилось и какой вам поезд понравился. Всем пока.